Ну а сегодня в наших новостях вновь Александр Большунов. Правда, на немного второстепенной позиции. Дело в том, что российская лыжница Наталья Непряева рассказала о том, какой Александр Большунов вне гонок и вне соревновательного процесса, то есть какой он в реальной жизни. Непряева в одном из своих интервью на вопрос о том, какой Большунов на самом деле, ответила, что лучше спросить у него самого. Дело в том, что в быту и в общении он достаточно простой парень, без каких-либо закидонов, без короны на голове. Он реально абсолютно простой парень. Где-то он любит кого-то подколоть или даже над кем-то подшутить. По крайней мере, именно так рассказала об этом лыжница. По словам Непряевой, она тренируется в мужском коллективе, и ей очень сложно шутить над кем-то, поскольку парни сразу ставят ее на место. Напомню, что в текущем сезоне Александр Большунов удерживает лидерство в общем зачете Кубка мира. Наталья Непряева идет на третьем месте после Терезы Йохаук и Хайди Венг. По лично нашему мнению, Александр действительно не производит впечатления какого-то зазнавшегося человека. Он реально выглядит как обычный парень, и то, что о нем говорят другие спортсмены, лишь подтверждает наши слова. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!